Всем привет, с вами Мистика Лагер. Кто? И сегодня мы больше будем проходить карту шутки судьбы. Шутки судьбы. И сразу подожди, перед началом хотелось бы сказать тем людям, кто делал нам карты, переделать их под 1.6.2, потому что мы их включаем и нужен как бы русификатор, а на 1.6.2 нет русификатора, поэтому мы многие сейчас карты запустили и не смогли в них поиграть. Это печально. Это такие карты, как, по-моему, Логик, Мистик, Мистик Лагер, еще какая-то, в общем, карта. Ну, короче, много карт, практически все, которые делались на 1.5.2 там, и на других версиях, нужно переделать. Мистик, кто первый поставит? Что именно? Опа! А почему у меня их уже две? Что? У меня три пластинки. Какого? Я не знаю. Дай мне пластинку мою. Все, я поставил. Это не моя. Ладно, ок, все. Ну и задница тебе, чувак. Все. Это в сундуке было. Ладно, заберу. А у меня тоже есть три динамита. Заберу его пока с собой. Он мне еще пригодится. О, Мистик, мне даже дали этот почитать. Так, не, подожди, нужно броню сначала одеть. У меня динамит подписан Сила Небесная. Неплохо так. А у меня тоже. Неплохо, да? Так, убей. У меня яйцо тобой называется. Подожди, знаешь, что мне сказали? Мне сказали убить жителя. О, это я. Убить жителя лагеря. Вот этого жителя. Я тебя сейчас убью. Я тебя сейчас в прямом смысле убью. Дальше что? Я тебя сейчас в прямом смысле убью. За что? Я не знаю. Ну ты наглый. Моего жителя. Тебе этого не говорили. Убей Мистика. Так. Это что? Убей жителя Мистика. Печаль. Что здесь написано? Ознакомьтесь. С чем ознакомиться? Пустота. Я что-то взял. Тут написано. Опа. Кто первый возьмет? Это нечестно. Все, спать. Ладно, пошли. Спать. А, спать, ну давай, ладно, поспи. Так, тайм. Сет. Тайм найт. Тайм найт. На. Я забыл, как найт пишется. Там сет. На ГХТ. Нет! Тайм на Найт на ГХТ, ну почему нет Найт? А, стоп, на. Спасибо. Не за что. Ой. Я забыл, как Найт пишется, это позор, подожди. ГХТ, может. Алиш корявый. Ладно, пошли. А куда идти, кстати? Я не знаю, наверное, сюда. Давай сюда. Тут других дорог нету, даже не было приветствия. Блин, стой, так тут это. Я не туда пошел, смотри, кто же ее! Что там? Я чуть не упал. Это печально. Тихо, без паники. Я сверху. Да. Мини-паркур. Я паркур прошел. Да? Да. Неплохо. Ой, а тут как? Фак. Смотри, что лезть. Лестники дай. Они лезть. Ну да, попрыгай. Попрыгай. Да, лестница, а? Попрыгай. Я подожду, пока ты упадешь. Давай, герой-спортсмен. Ну, герой-спортсмен, давай, прыгай. Сейчас. Куда ты пошёл? Блин. Давай. Нельзя. Ух ты ж, ё. Блин, я стал. А что дальше? Я не знаю. Подожди, я прыгаю тут. Опа! Блин, я надеюсь, её можно было разбивать. Ну пойди, да, раз там. Подойди, жирный! Нет. Эй! Мы не ищем легких путей. Я забрался. Так, дальше куда? А я попробую, подожди, так я в другую сторону пока запаркую. А тут невозможно будет прыгнуть. Почему? Тут, короче, потолок мешает. Так вообще-то нужно было туда как раз таки к тебе, походу, прыгать. Ну так смотри, тут потолок мешает. Или подожди, я что-то вообще ничего не понял. Что это такое вообще? Не мешает, прикинь. Написано мини-паркур. Сюда вас пощекотало. Что? А вас пощекотало. Окей. Я понял, судьба нас щекочет. Так, вот, что, как тут... А, блин, у нас же лесенки, ё-моё. Да?
Да, я что-то туплю, прыгаю, тут такой паркур, говорю, я паркурист. Разбежался. Спасибо. Да не за что, забирай. Эй! Эй! Ну это наглость уже, слушай. Блин, я... Чё, сам упал, да? Всё, допрыгался. Прыгун. Ржал. Ржал. Блин. Да ёп! Перный театр. Сломал, ты сломал это все, все карту сломал. У меня еды нет, и ух ты ж, ё. Это вообще как-то не круто, слушай. А у меня кое-что есть, у меня есть золотое яблочко. А у меня все, все, все хп, вся еда, вся броня, которая даже не ломается. Почему броня не ломается? Может, ты не одевал? А зачем рычаг? Тем более названный вопросиками. Как я понял, нужен будет русификатор опять. Это рычаг? Нет, это он спрашивает, типа, это рычаг? А давай ответим, что это палочка. Где, где это написано, я не понял. Нет, это нигде не написано. Это мой сценарий. А-а-а. Мать его, я ж прыгал! Я же прыгал! Тут... А, подожди, мои лесенки, что я туплю? Тут же вот так нужно было сделать. Почему вы так сразу же не сделали? Кстати, это тайник второй, что мы нашли. Тайник? Да. Помнишь, что там вот этот разбили? Ну. Значит, я знаю, где первый тайник. Ну иди, а я тут пока побегаю. А, тут тоже 10 лесенок. Лабиринт из красной шерсти. Найдите сундук. Судьба рассказала анекдот. Так, где? О, сундук! Прям подо мной был. Тоже тайник, да? Я не знаю, я ломаю. По идее, можно сломать, да, красную шерсть? Да, конечно. Эй! Что, эй? Что ты делаешь? Эй, ты кровати наши сожгёшь! А для чего нам дали зажигалки? Надеюсь... Ух ты ж, зомби! Ты чё, зомби, э? Давай, друг, подожди. Ты, а, дай! Я что я делаю? Что я делаю? Я его убил, все, мне дали 7. Беги! What? Что ты сделал? Зачем? Когда? Подожди, что здесь написано? Надеюсь, у вас хватило ума разрушить шерсть. Но. Дай! Если это так можно назвать, давай я тоже подожгу. Я помогу немножечко. А, горю, мать его! Спать! Здесь что, гейм-мод, если трудно. Так, ладно, три варианта. Первый, паркур с ТП, второе, Зхемчук. Что? Чё? Жемчуг, вот. А, жемчуг. Третий гейм-мод. Гейм-мод. Судьба провела перешком по вашим рукам. Не ух ты, что ты? Это не я! Это Кривер! Какого хрена, я не успел все прочитать. Ты тут пол паркура снесло. Смотри, шерсть, ладно, шерсть мы это. Всю сломали, почти. Но мы должны были что-то найти, по идее. Или нет? Нет. Меня бьют. Да ну. Паучочки. А, он вообще наглый. И в какую сторону идти? Я ты прошу... где вообще? Я сверху. А, так тут паркур. Был, пока я крипер не сломал. А, зашибись. Так, окей, гейм-мод, где тут гейм-мод, гейм-мод, гейм-мод. Чё-то я тебя книжкой давно не бил, слушай. Оп, 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 оп. Паркурист! Эти двери пар... можно открыть только рычагом. Эти двери? А, тут, короче, это, за рычагом надо рычаг... прыгать. Но у нас нет. Есть рычаг. Блин, да что такое? Какого хрена? А, ну давай нет, сюда. Подожди, а здесь что тут? Ладно, мисс, лови. Подожди, я тут спускаюсь. Опа! Чё там? ТП. Говоришь, это писька. Слышишь? Что? На, это тебе поможет несколько. Что? О. Спасибо. А, подожди, что это до сих пор с геймодом бегаю? Тут я думаю, что я не умер? Так, говоришь, ок, эндер, а зачем мне она? Ну попробуй его кинуть, я не знаю, так для прикола. Ну я понял, но блин, толку, что я к тебе туда... Ох ты ж ёт! Алис, ты корявый! Прыгун, блин. Ай, блин. Ой, попрыгун, ё-моё. Прыгун. Как теперь мне... А, гейм-мод нужен. Срочно нужен гейм-мод. Прыгун. Чтоб вещи просто сохранялись, и чтоб там можно было это, возрождаться. А, кстати, почему мы здесь не поспали, мне интересно. Я поспал. А я нет.
Здесь рядом монстры, фак. Да, ну слушай, вот ни разу ни одного монстра рядом нет. Может, нужно было на легком играть, я не знаю. Может, давай, ТПш не с нормального. Я нашел тайник. Смотрите, что здесь написано? Е-то конец, но где же рычаг? Продолжается я. Что? Там, короче. Двери можно открыть только рычагом. 1-5-9-7-5-3. Понял, нужно было этот рычаг. Так, чувак, а у меня там свой. Так нужно было именно этим рычагом открывать. А у меня личный. Ну так как бы лагер. Нормально все. По идее не может открывать, так что давай все равно искать тот рычаг, который нам нужен. Ладно, давай. Я уже пропрыгал, если что. Блин! Один хп, ну нафиг, я к тебе ТПшнусь. Да? ТП, мистик, лагер. Да не ТП ты уже, ладно, прекрати. Хватит себя удержать. Ух ты ж, ты случайно там моего ничего не забрал? Не. Подсказывает, что ты это. Не. Очень нагло. Дай мне пожрать, ладно, я глаз. У меня нету. У меня нету чего есть. Я глаз. Ох ты ж, я умираю! Пока! Пока! Пожрать хотел, чтобы глаз восстановить, и все норм, пошли. Тихо, без паники, да? Тут нету ничего, если что. Почему ПВП отключено, а? Давай, включай рычаг. Та-дам! Откуда у тебя рычаг? С самого начала взял. Та-дам! Так. Тихо. Та-дам! What? Где мы? А, окей. Блин! Для ночного видения и рычаг. Может, давай пошли лучше отсюда? Сейчас нас отымеют. Я не хочу, я пойду нафиг, ну нафиг. Пропусти меня. Вернемся сюда. Нет, не вернемся. Блин! А, тут не все в динамите, понимаешь? Да? Да. Ладно, пошли. Твою! Пойдем. Тебя поубил. Да ну. Я чуть не умер, Фак! Пока. Ты пошли меня! Тихо, стой, тихо, без паники. Без паники, я уже пишу. А как надо писать? ТП мистик лагер. ТП Я подключаюсь! Подожди, стой! Я случайно. Тихо. Возле головы курса, подожди. Все, ты готов? Нет. Я готов. Почему-то я тебя начал большими буквами писать, слушай. Не знаю, капслок отрубай. Не легче написать М, потом тап нажать, потом пробел, потом L, потом тап нажать. Все, давай. На раз 5-10. Раз, 5-10. Подожди, выполняется ход. Давай быстрей! Я жив? Я жив! Тихо, не паникуй. Погнали. Давай паука сначала убьем, он меня скинул. Тихо. А у меня этот, еды нету. Я прошел! Я вижу жареных свиней. Пойду свиней пожарю. Все, лагерь, я вызываю. Подожди, стой. Мне поесть надо. Я ему сделал 3 сиськи. Да? Иди сюда, да? Нет, вот так вот будет. Это будет сисястый визард. Вообще я. Лайк за сисястого визарда. Покажи, стой, я еще не видел сисястого визарда. Ааа, подожди. Стой, я уже бегу. Честно, мать его, честно. Так. Где, давай быстрей. Я дверь закрыл. И сейчас ты визард не будет ждать. Получи по твоей груди волоса. Тихо, я иду. Что это? Блин. Я не знаю. Поджигай. Это то, за что люди должны поставить обязательно лайк. Поджигай. Подожди. Мать его, он возродился. Отойди подальше, а то он сейчас рванет. Да? А у меня хп нет. Ну нафиг, оставайся сам там. Меня забыл! Ух ты ж ёпта! Где он? Тебя хрен знает! Убей его! Убей! Что делать? Убить его! Как? Он стреляет! А где он вообще? Криперы! Где он? Я не знаю, он летает. Да ну, слушай. По-моему, человек хотел, чтобы он возродился в этом месте и не взорвался, но, по идее, тогда должен был обсидиан сделать. ХПшки мало. Слушай, как мы его теперь убьем? Я не знаю, давай его это, летать за ним. Хотя бы. Ты умеешь летать? Да, смотри. Я не очень. Ох ты ж твою! Гамемот 1.
Эй-эй-эй! Визурдулька! Тихо-тихо-тихо-тихо. Без паники. Сисястый визор, да умри! Мы его не могли убить, так что вы уж извиняйте, но мы его убили. А что нам за него дали? По голове, как минимум. Да тебя зомби стоит, дожидается. Ой, мелкий! Мелкий, фу! Погнали, короче, внутрь. Давай, где тут? Подкоп, рой, подкоп! Рой! Да тут есть! Нам дали зелье ночного. Да мне насрать! Подкоп круче! Ломай систему! What? Я чуть не упал. Ты мышкой. На раз 5-10. Раз. Давай. 5-10. Давай быстрее! Я жив. Зомби ты лох. Так, что, нам ват? Нам ват? Ой, тут, по-моему, зомби тут. Пока! Меня уже плющит. Дверь открой, может, они с нами зайдут. Давай, зомби, проходи. Меня был... будешь. Мне жрать нужно. Иди сюда. О, зомби пришел. Привет, зомби. Иди сюда. Привет. О, он тут. Он тут. Гость, умри. О, он плоть дал. Пожру-ка себе плоть. На, стой. Ты где вообще? Да, я тут. Перезадеть, я не вижу. Ну ты, блин, это, давай уже. Я тебе еды немного дам. Давай, немного мне еды. Где ты? Тихо, не паникуй. Кидай мне в ноги, я захочу эту еду. Спасибо. Все. Спасибо за подачку. Да не, забирай. Я пожрал. Ух ты, ты нахуй какой, что там было? Лестница. Опять лестница? У меня уже 20 на лестнице. У меня 55. Опа. Рычаг, какой рычаг? 1, 5, 9, 7, 5, 3. Ок, и что теперь с ним делать? Это тот самый рычаг. А что теперь, нам нужно обратно идти, по идее, да? Вот облом. Так. Я убегаю. Я тоже хочу отсюда убежать. Ну да, а где, куда идти? Не сюда это точно. Как нам обратно идти, я не понял. Просто в портал обратно. Да, ну как мы туда перейдем? Тут лава. Короче, ты готов к экстремальным прыжкам? Ты готов поджечь свою задницу на полную катушку? Нет. Я тоже. Так же пойдем так. Давай, я сейчас джампану. Джампую! Я джампану. Видимо, удачно. Не паникуй. Заходим обратно. Там кто-то плачет и стреляется. Скелет. О, меня тоже плющит. Мы вернулись. Сейчас бы опять ты пешкал меня. Блин. Ой, меня расплющило. В смысле? Ну там, знаешь, как в портале такой, Я на экран харкнул. Норм, чё? Ты видел, когда мы с мелкого... Крипа, не-не-не-не-не. Видел, когда мы с мелкого зомби с ниткой? Я тоже нет. А чё дальше? Как нам теперь подняться туда обратно? Jump, Forest, jump! Ты вообще туда вернулся, как я понял, гейммод-то нам нужен один. А это типа перемотка во времени обратно. Ага, ок. Да, чувак, как-то не предусмотрел, что нам надо будет возвращаться, нет? Что? Чувак, как-то немного не предусмотрел, что нам надо будет возвращаться. Да. Так, совсем немножечко. Ну смотри, зато где теперь мы. Видишь там TNT? Не. О, да! О, да! Пали! Еее! Это типа, чтобы мы такие типа стреляем, да? Да, мы в таком роботе. Спасибо за то, что сделал это за нас. Класс! Это круто! Блин! Это вообще не круто! Блин, я ж там стоял! Я тоже! Ну раз, спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, то обязательно оцените его лайком. Да! С тизер-то сиськами, который сейчас обычный, но он как бы и необычный такой, немножечко необычный. Совсем, которого вы не встретите в обычном Майнкрафте, только мы его смогли сделать. А если вы каким-то образом впервые, вы не понимаете вообще, что мы за херню несем. Привыкайте. Да, привыкайте и подписывайтесь на канал. С вами был Мистик Лагер. Всем добра, чего-нибудь еще. До новых встреч. Пока.